Вначале о насущном. Как решается вопрос обеспечения южных регионов страны поливной водой в предстоящий вегетационный период? Из-за продолжающегося цикла маловодья в Токтагульском водохранилище в Кыргызстане воды меньше прошлогоднего уровня. С учетом необходимости обеспечения Кыргызстаном собственных водно-энергетических потребностей существуют риски снижения объемов сброса воды на территорию Казахстана. Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, а также энергетики поручено принять исчерпывающие меры для обеспечения южных регионов поливной водой в весенне-летний период, а также вести интенсивные переговоры с Кыргызстаном и Узбекистаном для принятия взаимовыгодных решений по использованию ресурсов трансграничных рек. Министерству сельского хозяйства поручено усилить работу по внедрению водосберегающих технологий и других инструментов рационального использования водных ресурсов в агросфере.